Бачити. Перш за все, хочу подякувати, що ви всі прийшли. Хочу подякувати всім, хто допоміг це організувати. Я думаю, всі знають, хто поміг, тому і дякую, так? Радий бачити багатьох спікерів, що приїхали, змогли. Олександр Білокрилов приїхав прямо на антибіотика, як він сказав, так що йому особливо спасибі. От. Ця конференція, це наша перша конференція. Я надіюсь, вона стане щорічною і регулярно, і ми зможемо збиратися щоразу в більшому і більшому складі. Вона організована в першу чергу в нашим ком'юніті Java User Group у Львові. Так мене краще видно, мабуть, особливо камері. Ось. Ми 4 роки вже працюємо, мені здається, 4 з 2009 року. Фактично ми з 1 вересня почали, так, пішли в новий клас. Вибачте. Всі, хто має телефон, просто що їх виймати на це. Так от, і насправді наше ком'юніті дуже сильно виросло, особливо цього року, за що окреме спасибі Богдану Мандрівському. Він зміг мене розгрузити, і я... Так, це Богдан Мандрівський, не махаю руками. Ми мусимо почекати, поки камера дійде до Богдана, і побачили, як. Ну, чи дала. Так що, мабуть, ви всі фанати Java, фанати програмування. Власне, цей ролик показував про те, що ми отримуємо задоволення своєї роботи, що ми весь час прагнемо рости, розвиватися, що робота — це насправді, ну, окрім того, що це важка праця якась, це і задоволення, це розвиток, це перспективи якісь. Це просто фан і, власне, такий фан, як ми бачили в ролику. Тому дякую. Також я маю кілька системних повідомлень, я так позловживаю, але наша конференція підтримує благочинну акцію «Дихай і живи». І, відповідно, при вході у нас є скринька, хто хоче допомогти, feel free, як то кажуть. От. Все, мабуть, тепер Олександр, прошу. Fred 1, Fred 2, де? Так, все просто. Насправді все просто. На дверях наклеєний напис. Thread 1, Thread 2, Thread 3 і English Thread. Я думаю, що ви не поплутаєте. На ваших блокнотах ззаді є написано, які доповіді по якому threadу є. Тобто ви зорієнтуєтеся. Так, ще раз хочу нагадати. Обід в обмін на талончик. Талончик – перша сторіночка в вашому блокноті. Все дуже просто. Також хочу попросити вибачення у тих, кому не попалися цукерки. Підіть і зніміть їх. Чесне слово, ми забули, ми дуже поспішали.
Заміну, скажи, будь ласка. Так. Хто ще має якісь зауваження, кажіть зараз, до речі. Микола Лімінко, дякуємо, велике спасибі. Я в останній момент просив його підмінити. Роман Лисенко, на жаль, через особисті причини не зміг сьогодні підготувати доповідь про Oracle ESB. Тому Микола Лімінко буде розказувати про Hibernate. Перший thread – це тут? Так, exactly. Зараз ми будемо мати keynote від Олександра Білокрилова. Олександр Білокрилов – це представник Oracle з Петербурга. Велике йому ще раз спасибі, що він приїхав. От, після keynote невелика перерва і розбиваємося по потоки. Хто що хоче слухати, йде і слухає. Обмін між потоками вільний. Мене багато про це питали. Не знаю чому. Так, він вільний. Можете ходити між потоками. Потоки всі синхронізовані, обід в обід, тому все дуже просто. Все. Спасибо большое, Андрей. Спасибо большое за приглашение. И меня зовут Александр Белокрылов. Я представляю центр разработки компании Oracle в Санкт-Петербурге. Вчера мы с Филиппом Торчинским ходили тут на экскурсию. Экскурсовод, значит, он долго, очень эмоционально рассказывал, очень интересно. И финал экскурсии был, значит, что на самом деле Львов – это колыбель мировых информационных технологий. Нет, я абсолютно серьезно. То есть это резюме, значит, все экскурсии, там куда-то мы ходили в какое-то подземелье замка. И он рассказал, что да, вы знаете, что вообще-то вот во Львове там назвал две фамилии, вот это основатели там информационных технологий. Да, здорово, не знал. В общем, Львов — город сюрпризов. Минин и Пожарский фамилии? Здорово. Нет, другие. Здорово. Так, ну давайте начнем. Я сегодня расскажу вам о том, что вообще происходит в Java с точки зрения Oracle. Да? Как мы видим эволюцию Java, где Java примерно находится сейчас, куда мы смотрим будущее, на что приблизительно, ну и что ожидать, что вы увидите в ближайшем будущем. Make the future Java. Что это значит? Значит, создадим будущую Java. Да, но чтобы что-то создать, хорошо бы иметь план. Я, кстати, не загораживаю там ничего. Экран. Нормально, да? Чтобы что-то создать, нужно иметь план. Какие-то ориентиры, свет в конце тоннеля. И у нас такие ориентиры есть. Вот они перед вами. Целостная платформа. Мы хотим, чтобы Java работала одинаково хорошо во всех проектах, от самых маленьких устройств, от микроконтроллеров до огромных enterprise серверов. Мы хотим, чтобы Java была удобна и понятна для каждого, для всех, кто ей пользуется. И целостность от строгого следования стандартов до предоставления специальных возможностей тем, кто в них нуждается. Java сейчас имеет самое большое, наверное, сообщество разработчиков. Более 9 миллионов человек во всем мире выбрали Java в качестве инструмента для реализации своих проектов. И в такой ситуации, казалось бы, ну, чего напрягаться, можно расслабиться, пожинать плоды. Но, естественно, мы так не поступаем. Мы хотим создавать платформу, которая развивается в ногу со временем, вместе с потребностями людей, которые ей пользуются. И в то же самое время продуктивность разработчиков тонкой нитью проходит через все наши инициативы. Для менеджмента это означает меньшие затраты на разработку программного обеспечения, а для разработчиков возможность реализовать задуманное, затратив меньше времени и сил. Но вместе с тем, куда идти, не менее важно, как идти. И следующие три принципа показывают о том, как мы будем менять Java. От будущего многих компаний в мире, так же как и карьера многих разработчиков, зависит от того, куда повернется вектор развития Java-технологий. И
Мы в Oracle считаем, что мы просто обязаны в такой ситуации сделать процесс эволюции, процесс изменения Java технологий понятным, прозрачным и предсказуемым для всех людей, которые используют платформу. Качество и безопасность – это два таких столпа, которые невероятно важны для компании Oracle, потому что, я думаю, каждый из вас знает, что гигантская доля бизнеса корпорации, она базируется на Java-платформе. Мы быстро пробежимся по всем технологиям. Что у нас происходит? Java SE. По сравнению с прошлым годом мы наблюдаем значительный прогресс в ряде проектов. Lambda, NashHorn, слияние Hotspot, JRocket. И мы непрерывно ведем поиск новых направлений для развития платформы. JavaFX. Удобный инструмент для создания пользовательского интерфейса на настольных и встроенных системах. Приложение больше не фокус для JavaFX. То есть JavaFX мы позиционируем как преемник Async. И в связи с ростом популярности HTML5, соответственно, браузерные плагины теряют былую популярность, и это направление больше не является приоритетным для JavaFX. Java EE. В какой-то момент седьмая версия Java EE должна была быть сфокусирована на клауде, но мы пересмотрели фокус, и новая версия Java EE 7, ее фокус — продуктивность разработчиков и HTML5. Java EE уверенно движется в сторону микроконтроллеров. Мы хотим в конце концов увидеть Java EE как подсистему Java SE. Java Card, оставаясь безопасной операционной системой для Smart Card, должна на ее основе быть построена система безопасности для всего стека технологий Java Embedded. И в заключение, Oracle продолжит инвестировать в NetBeans, чтобы обеспечивать разработчиков интегрированной средой разработки, которая поддерживает все имеющиеся Java стандарты приблизительно вместе с выходом этих стандартов в свет. И все это с унифицированным подходом. Вы сможете использовать NetBeans для разработки как самых маленьких, так и самых больших приложений. Мы в Oracle верим, что успех Java базируется на трех китах. На непрерывном прогрессе технологий, на открытом и активном сообществе и на умелом и правильном курировании процессов компании Oracle. И, конечно же, огромным инвестициям, которые Oracle делает в Java, что немаловажно. Посмотрим теперь на каждую технологию отдельно, что у нас происходит. Java Standard. Чуть меньше двух лет назад, после очень долгого перерыва, насколько вы помните, да, порядка 6 лет, мы увидели новую версию Java, Java C. И с тех пор с завидной периодичностью Oracle выпускает обновления. Oracle выпускает обновления платформы. Но вместе с тем, вместе с множеством обновлений, оптимизаций, которые мы выпустили за эти 2 года, Java была портирована на macOS и на Linux ARM. То есть Java теперь работает на компьютерах на базе процессора ARM, таких как Raspberry Pi или PandaBoard. А до этого Java последний раз портировалась в 2007 году на Windows 64 бита и в 2003 году на Linux 64 бита. То есть получается, что Oracle за прошедшие там 2 года сделал практически то же самое, что было сделано за 10 лет до этого. Мы работаем активно. Тем временем, пока выпускаются обновления Java 7, в недрах Oracle ведется активная работа над... Какой сюрприз? Java 8! Наверняка каждый из вас знает, что главной новинкой следующей версии Java станут лямбда-выражения. Замыкание в математике и компьютер-сайенс, лямбда-выражение — это функция,
определяющая выходное значение для набора входных параметров. Лямбды принесут идеи функционального программирования в язык Java, платформу. Что это такое? Быстро. В терминах языка Java представляете себе лямбду как безымянный метод, у которого есть входные параметры, у которого есть тело и возвращаемое значение. То есть это такой метод, у которого отобрали имя, но взамен, чтобы как-то компенсировать ему это неудобство, ему дали стрелочку. Быстренько посмотрим на примеры, что это такое. Явно типизированный параметр, string и тело метода. Это магическая лямбда, которая делает из ничего 42. Ну, то есть на самом деле это лямбда без параметров. А вот это что такое? Посмотрите внимательно. Молодцы, компаратор. Была бы у меня футболка, дал бы. Кто знает, как работает компаратор? Очень просто, особенно с лямбдой. И в лямбде также можно использовать блоки. И вот посмотрите, тело лямбды выглядит точно так же, как тело обычного метода. Да, у нее есть возвращаемое значение. То есть лямбда фактически это просто метод, у которого нет имени. И лямбда выражения позволят нам передавать код как параметр. Сейчас мы тоже можем так сделать с помощью анонимных классов, но это не совсем красиво получается. Да, мы, конечно, к этому привыкли, но можно делать лучше. Вот давайте сравним, как это сейчас против того, как это будет в Java 8. Немного элегантней, правда? Да. И вот то же самое с созданием потока. Но как лямбда разбирается, какой метод ей нужно выбирать? На самом деле и в Action Performed, в Action Listener и в Thread есть только один метод. Да. Антибиотики говорят. Только один абстрактный метод на самом деле. Поэтому будет с понятием функционального интерфейса. Функциональный интерфейс это просто интерфейс, у которого есть только один абстрактный метод. И появляется аннотация functional interface, чтобы вы, не дай бог, этому интерфейсу не дали какой-нибудь еще один абстрактный метод, когда вы получите ошибку компиляции. Да, и функциональный интерфейс, конечно же, вы можете создавать сами, но определенный набор в пакете Java Util Functions вы получите в Java 8 набор системных функциональных интерфейсов. Если ваша лямбда вызывает только один метод у объекта, то вы можете использовать короткую запись. Вот она, короткая запись. То есть эти две записи, они эквивалентны. Коллекции, интерфейс коллекций в Java создавался очень давно, порядка 15 лет назад, да, в 98 году он создавался. И, конечно же, времена очень сильно изменились с тех пор. Он создавался во времена, когда среди производителей хардвера была такая гонка частот, да, то есть все увеличивали частоту процессора. Сейчас все выглядит немного по-другому. Сейчас они стараются запихать как можно больше ядер на один процессор. И чтобы сейчас эффективно приложения работали эффективно, нужно использовать, конечно же, эту мощность, многоядерность, параллельные вычисления. И параллельные вычисления должны предоставляться нам стандартным API. Что происходит сейчас? Сейчас, например, чтобы выполнить групповую операцию над элементами коллекции, нам нужно использовать там сторонние итерации, да, там цикл for each, который что позволяет нам? Он позволяет нам достать апельсин из коробки, посмотреть, какого он цвета. Если он неправильного цвета,
мы его перекрашиваем и кладем обратно. Да? А что было бы так здорово? Получаются спелые апельсины. Да, это вот Барух нам может рассказать, как они там делают спелые апельсины из зеленых. Это из Калифорнии. Да. Вот. А что хотелось бы сделать? Хотелось бы, чтобы коллекция сама разбиралась о том, как ей перебирать апельсины, а мы бы только говорили ей через маленькую дырочку, что ей нужно с этими апельсинами сделать. И в Java 8 у нас появится такая возможность. Мы сможем изменить коллекции, и в них появятся групповые операции. То есть перебирать апельсины будет сама коробка внутри. Ваша задача только сказать коробке, какие из апельсинов, которые она перебирает, нужно перекрасить. И в чем тут такая вся прелесть этого процесса? Что коробка внутри будет перебирать апельсины параллельно сама. Нам не нужно заботиться о параллелизации этих процессов. То есть в Java 8 поменяются библиотеки, да? Но вы, конечно же, спросите меня: Александр, что вы собираетесь сделать? Ведь в интерфейсе коллекции нету метода for each. Вы что, собираетесь поменять стандартные интерфейсы? Да не дай бог. Вы представляете, к чему это приведет? Вы понимаете, что все реализации, которые делают миллионы людей на планете, перестанут сразу же работать? Вы вообще отдаете себе отчет? Коллекшн. Кто из нас не реализировал когда-либо коллекшн, действительно? Вы отдаете себе отчет в этом? Вы что, Ворохи, с ума посходили там? Да, ну мы, конечно, с ума посходили давно, но... Для того, чтобы этого не произошло, появится такое решение. В интерфейсах появятся дефолт-методы. То есть, если ваша реализация не реализует метод из интерфейса, то виртуальная машина возьмет дефолтную реализацию. Поэтому ничего страшного не произойдет. А чем тогда не отличается от абстрактных классов? Ну, сейчас будут отличаться. То есть абстрактный класс тоже может часть реализовывать, часть нет. Может тем, что это интерфейс. Знаешь, чем интерфейс? Это абстрактный класс. Вот мы и проведем уже собеседование. Не тем, что в абстрактных классах есть абстрактный. Вот. То есть что происходит? Да? Мы, конечно же, то есть Oracle, хотим, чтобы Java эволюционировала путем эволюции библиотек. Библиотеки гораздо проще менять. Библиотеки гораздо безопаснее менять. Мы минимизируем риски, да, того, что мы что-то сделаем неправильно, мы всегда можем откатиться, на самом деле, сделать изменения. Если мы поменяем что-то в языке, что впоследствии нам не понравится, эти изменения уже будут критичными. И мы не сможем откатиться назад. И именно поэтому лямбды мы ждем продолжительное время уже. Именно поэтому это очень сложно принять решение, о котором мы не пожалеем там, через полгода, да, и нам снова придется все переделывать. Можно вопрос? Поэтому, да. А это параллелизм, он будет неявный, имеется в виду, вот вы, мы делаем for each, да, и вот среды будут запускаться неявно, как бы автоматически. Это можно дело коллекции. Это все. Да, но это, может быть, это могут быть эффекты нежелательные. Ну, то есть, да. По сути, воспринимается... Смотрите, фоич, да, мы можем воспринимать его как какая-то форма цикла. Если кто-то забывает о том, что это делается параллельно, мы можем получить эффекты совершенно, ну, понимаете, неожиданные, скажем так. Не, там флаг какой-то передается, чтобы параллельно итерировать или да, нет? Да, конечно. Конечно, там можно будет сказать, выполнять параллельные операции или выполнять непараллельные операции. Просто, ну, это довольно большой доклад получится тогда, если рассказывать о bulk collection operations сейчас, которые будут в Java 8. Но на самом деле, конечно, все это регулируется. Вы можете позволять библиотеке делать это параллельно, можете не позволять это параллельно. Так, на чем я остановился, что мы обычно меняем библиотеки, да, но сейчас мы подошли к тому, что мы достигли фактически предела, да, но чтобы дальше развиваться эффективно, нам нужно сделать маленькое изменение в языке, и это маленькое изменение в языке приведет к очень большим
изменениям во всем остальном, и в библиотеках, в эволюции библиотек, в частности. Но лямбда — это не все, что будет в Java 8. Естественно, просто все остальное немножко меркнет в тени этого нововведения. В Oracle мы также работаем над проектом NashHorn. NashHorn — это новый движок JavaScript для JVM. Идея в том, чтобы использовать новые возможности платформы, такие как Envolve Dynamics, для создания высокоэффективного, высокопроизводительного движка JavaScript с прозрачной интероперабельностью между JavaScript и Java. И мы нашли этому замечательное применение уже сейчас. NetBeans использует WebView для отображения веб-проектов. И в ближайших планах подключить NashHorn к этому, чтобы вы еще более эффективно могли разрабатывать. А на конференции Java One в прошлом году Джордж Саб, наш VP Product Development, анонсировал, что Oracle инициирует создание нового проекта в OpenJDK с названием NashHorn и передает весь наработанный код туда. То есть сейчас NashHorn — это проект в OpenJDK. Ряд компаний уже поддержали эту инициативу. Twitter, IBM, Red Hat контрибьютят в этот проект. Система типов Java замечательная, она проверена годами. И, конечно, она не позволит вам присвоить там into string, но она не спасет вас от изменения immutable полей или там, от null pointer exception. Да, и именно для этих целей существует GSR 308. GSR 308 позволит вам использовать аннотации типов. Если вам интересно подробнее узнать об этом, а я уверен, что вам интересно подробнее узнать об этом, вот внизу здесь есть ссылочка на доклад Александра Ильина, это инженер Санкт-Петербургского центра разработки. Он сделал отличный доклад, в котором рассказывает, почему Type Annotations — это хорошо. Доклад так и называется. Почему Type Annotations — это хорошо? Обязательно посмотрите. Полтора часа, вы узнаете все о Type Annotations. У кого есть идея, что это такое? Jigsaw. Точно? Да. Это диаграмма зависимости пакетов в Jigsaw. Ну, Jigsaw, я думаю, вы слышали, что он у нас переехал в следующую версию, в девятую, да? А в восьмой версии Java у нас будет такое промежуточное решение. В связи с тем, что уже структура зависимости она определена, и сейчас осталось разработать хороший API для работы с пакетингом, с пакетами в Java. Мы предлагаем в дополнение к стандарту JRE, да, который занимает 52 мегабайта приблизительно, еще три SOP-профайла, компактных профайла. Они так и называются. Compact Profile 1, Compact Profile 2 и Compact Profile 3. Они, все компактные профайлы следующие включают, естественно, предыдущие пакеты в себя. Что вам позволит это сделать? Да? Если ваше приложение написанное не использует пакеты из более высокого профайла, вы можете просто их не использовать и использовать такую урезанную версию JRE. Это может быть не так очевидно, зачем это нужно, но сегодня я расскажу, зачем это нужно, почему это интересно и полезно. Ну, помимо всего перечисленного, будет много еще чего хорошего. Я уже говорил о групповых операциях в коллекциях, параллелизме в коллекциях. Будут изменения в JVM, в частности, вы больше не увидите PermGen, области памяти, в которой хранится информация о классах. Вместо нее появится Metaspace. Metaspace аллоцируется в нативной памяти и позволяет динамически изменяться в зависимости от ситуации, от потребностей приложения. Теперь мы будем получать вместо PermGen out of memory. Будем получать Metaspace out of memory. Ну, Metaspace изменяется. Ну, стало же лучше. Динамично. Стало веселее. Вот, естественно, это, да, вот ты абсолютно правильно сказал, это не избавляет тебя, как от разработчика, от того, что нужно следить за memory leak'ом при загрузке классов. У меня пламбер стоит, мне не страшно. Отлично.
Кросс-пиар. GSR 310. Это еще одно нововведение. Это очень хороший пример того, как все новое и хорошее из сообщества приходит непосредственно в платформу. Я думаю, что практически все присутствующие в зале используют Yoda Time. Yoda Time стал практически стандартом де-факто такой для даты и времени. И сейчас Стивен Калиборн работает над стандартизацией Yoda Time, который войдет в Java 8 как GSR 310. Только это не стандартизация, это полный рерайт. Абсолютно, он не взял ничего. Вот ну, так. Кроме своих знаний. Отличия небольшие, на самом деле. Небольшие по API, да, но под низом ну, все новое. Ну, это. Этого никто не знает, кроме Бароха. Он лично со Стивеном вообще. Ну вот теперь все знают. Вот, и как обычно, некоторые доработки интернационализации, accessibility, безопасности. Всего в Java 8 вы увидите 55 нововведений. Множество проектов прогрессирует в Java 8, а что будет у нас в Java 9, да? Извините, по поводу предыдущего слайда, там было App Store, типа инструменты для App Store. Какой App Store имеется в виду? App Store имеется в виду, который App Store. Нет, ну именно ну, Oracle вводит какой-то свой... Нет, нет, это App Store Apple. А, понятно. Настоящий. Вот, да, вы глазастый, это хорошо. Обычно этого никто не замечает, а потом я задаю интересный вопрос. Ну хорошо, давайте дальше. Все испортили. Придется вытереть, да. Так, множество проектов у нас прогрессируется. А что у нас в Java 9 будет происходить? Я уже рассказал о том, что модульность появится в Java, да, вместе с проектом Jigsaw. И вместе с проектом Penrose мы получим интероперабельность между Jigsaw и OSGI. Мы собираемся поддержать новые платформы, естественно, в будущем. Сохраним такой вектор в клауд, то есть какие-то желания двигаться в клауд у нас есть давно, а в Java 9, скорее всего, появится такая штука, как multi-tenancy на уровне GVM. И, конечно, недавно был анонсирован проект Sumatra, тоже на Java 1, такая интересная штука. Не могу гарантировать, что он точно войдет в GDK 9, но что это такое? Есть идея использовать вычислительную мощность графического процессора для того, чтобы перенести на него garbage collector и JIT и освободить вычислительную мощность центрального процессора для нужд приложения. Вот так приблизительно выглядит дорожная карта. Вы уже, конечно, наверное, слышали и немного расстроились о том, что выход Java 8 у нас переносится с этой осени на начало следующего года в связи с большими проблемами, которые мы устранили, я надеюсь. В этом году, до конца года, нас ждет такой большой фичер-релиз Java 7 Update 40, который как раз принесет App Store Packaging Tools с собой вместе, например. И Flight Recorder GDK. Это последствия конвержинса слияния Hotspot и JRocket. Ну, не обязательно ждать выхода платформы, да. То есть лямбды у нас уже.